Да. Мы вышли из отеля. Вот своего и идем на море. Вот море. Нам к нему еще добраться надо. Через дороги, пешеходные переходы, клумбы вот тут, синенькие, красненькие. Обслуга вот заезжает на территорию отеля. То с продуктами, то с мусором. Вот мы идем. Каждый день мы совершаем вот такую прогулку. Другого моря здесь нет, только то, на которое мы идем. Мы идем на самую ближнюю точку. Даже вот это горы, это Иордания. Элат находится в самой нижней точке Красного моря и с трех сторон окружен разными странами. Вот и Иордания. За нашим отелем там голландские высоты, Египет. Чуть ниже Иордании, вот сюда, Сирия. Ну вот мы идем, какие-то человечки, травки выстриженные. Вот. Маленькие вазики, вазисики. Капельный полив, шланги. Поэтому так зелено. Вот. Эта женщина, наверное, тоже вытряжена в травке. Вот именно вот такая была. Останавливаются, пешеходы пропускают. Все находятся никого или торговый центр здоровенный, который нам сюда заведен. Вот эта дорога, которая ведет в Эйлат. Вот там вдалеке, ну, в 14 километрах теперь отсюда новый аэропорт. Старый аэропорт раньше находился прямо в городской черте. Самолеты совершали посадки и взлеты прямо над жилыми домами, буквально в нескольких метрах от крыш домов. Здесь построили большущий новый аэропорт, еще обкатывается. Внутренние авиарейсы из Тель-Авива. Ну, со временем большие лайнеры поднимаются. Возможно, мы когда-то прилетим сюда из Харькова напрямую. Это вход в супермаркет. Обязательно все с проверкой. Металлоискатели. Все выкладывается из сумочки. Все проверяется. Вот оно уже море. Пошли.
придем на свой маленький пляж, там, где нам наши знакомые еще с давних времен, Алексей, сделал нам бесплатные лежаки. Ну, уже третий день за лежаки не платим. Всевозможные магазинчики, кафешечки. Там пляжное кафе. Гоумобил. Еще немножко, мы уже будем на пляже. Мы идем минут 5. Не так много. Две двери предлагают. Это встреча при свете дня совершенно не видно экрана. Ну, в тень где-то сядем, будет видно. Вот, после моря можно обмыться вот в таком душике с пресной водой. Пойдемте на свои места где-то. Вот эти три, давайте займем. Вот тут нормально. Ой, все в тенечке, как хорошо. Да, сейчас немножко подвинем. Вот мы пришли, вот море. Вот там наша гостиница. Ну вот я рассказывал. А, вот здесь еще местный порт для лодок. А там дальше есть большой порт, который привозят из зарубежья автомобили. Автомобили в Израиле поступают только через этот Эйлатский порт. Ну, пока первая экскурсия на море у нас заканчивается.